двигайся. Пацаны, знаете, что прикол? Мне, конечно, пофигу. Типа на это ГП, потому что у меня все чары фуловые, но если ко мне не сбегаются два раза и меня убивают, короче, это как-то не очень. Ты понимаешь, что ты отлетаешь в другую сторону, в которую не должен отлетать? Отлетаю в нормальную сторону вообще. Ну, плохую сторону, ты же к двери улетел. Как мы, вот если слизень там такой быстрый, как мы к тебе сбежимся? Если ты к двери летишь, а мы все к столу летим. Он у стола, если ты не видел, у профного стола. Вроде как первый раз ты сдох, когда был там. Первый раз? Да, да. И клопнула стола, меня агрессивно убивает. Чё ты говоришь? Я за первый раз тебе говорю. Данила, как написать макрос, чтобы древние начали бить? Слышь, старт-атак. Это и так. Всё? Ну ты вызываешь их и потом просто еще раз один нажимаешь на кнопку, и они бьют. Можно написать при нажатии там на скилла, чтобы нажимался... Первый скилл на панели пэта. Ну так мне нужно сделать типа слэш каст древний и слэш старт атак, правильно? Пэт атак. А, пэт атак, да? Ну любой, ну щелочка можете скинуть пэт атак, у него по-любому в каждый скилл забит. Но это не точно, конечно. Лаукс у нас паладин тоже. Откинул зеленый, и он бежит такой к зеленому обратно, подбегает к нему, выбирает его сразу же в таргет и убивает. Я, блин, не понимаю, вы вообще думаете, что делаете, когда играете? Не, в принципе, за мили это удобно делать. Все сразу же обратно в него сбежались, и все. Так и если бы все... Милика откинула, ты не бежишь на зеленого, тебе нужно убегать от него. И при том в сторону, где РДД стоят. Дайте шкаф сейчас присумоним. Не все же эту тактику знают, это же метоховская тактика. Единосум. Присните паладина, паладин в этот винс не заходи, рисните его по телу, возле пробы валяется. Дима, спекайся в хила. Ты уже в хиле, бля, Коля, ты можешь зайти на нормального ДД на этого босса? Ну нахера нам тут твои 3 к ДПС, это просто пиздец. Так, Коль, сзади с ротом. Ты ДД каким-то РДДшником. 4300. На ШП заходи, в смысле, у тебя больше нету никого, блядь. Так, Данила, я пишу, значит, каст сила природы и ниже, типа, слэш пэт атак, правильно? Да, но тебе нужно будет прожать его или в другие два скиллы раза, забей. Два раза прожать, я понял. Можешь просто во все скиллы прописать пэт атак, и ты, когда будешь призывать, и все равно потом начинаешь кастовать что-то другое, и они будут начинать атаковать. А их вообще профитно вызывать, нет, качать их? Ну, нет. Вроде да. Но за призыв они наносят больше урона, чем скилл, допустим. Ну, звёздный огонь. Мне показывает, что они 26 тысяч нанесли урона. Ну, видно, он плохо прожимал. 26 тысяч у меня в 5к они наносят. Так они больше не наносят. У меня они нанесли за 81 тысячу, гонишь? Ну, у меня показывает 26,6. У меня показывает 71. 71, 0,84. Да, 71. Ну это неплохо, я считаю. Ты же один раз призывал или два? По-моему, один. Ну, если один, то неплохо. Что там, Коля, заходишь кем-то? Как по мне, это чисто ПВП скилл. Ну а что, ты лучше тайфун вкачаешь? Дело в том, что нет. Так, ладно, давайте все тут, дайте фулбафы, кулаки там раздайте, лапку дайте. Смотрите, что у вас там. Давай, заходи, сейчас, подождите. Эти древние бьют по 230 хп фулба. Это
наоборот нормально, когда типа сова призывает древний, ты раскидаешь море, когда она пытается ласать, ты отхиливаешься за счет древних. Ну это в твоем только случае. ДК и все. Не нужно ПВП. Тайфун качать. Так тайфун тоже качается. Ну там это сова, как и кто там. Бля, не это, бля. Не в раз это какая-то там первая, она без древней это. Ебаша вроде. Нужны. Вообще дуэли совы унылые были, бля. Не знаю. Тайфун хил. Гнев, тайфун. Тайфун хил, гнев, бля. И кто друг друга из запада ловит и все. Бог не с ДК. Что? Да все, он вышел, давай еще раз накиньте на сумму. Так, давайте в институт дайте баф под полоку. Поставил звездочку, дайте по нему бафы. Давайте чек на пул. Чек на пул, пока там кукла выпьет, пока будем стоять, вас добавляют. Чек на ФК на пул. Так, доктор врач, давай, пей куклу, рейд стоим, ждем, других хоты. Там локи порталы поставьте. Хихо, хотайте куклу. Ну а что за ник величайший? Это Тринг Джерион? Так, давайте, милики, подходим, проху сейчас будем запускать. Давайте, готовьтесь, ДК Агри. В лужах только не стойте, не умирайте. Лужа там где-то посередине. Пьем, переводим. Маг, передай, сейчас умрешь. Чему передавайте, не забывай. Вот там БР есть, давайте к столу зеленые, красные уже бейте. Красные ДРД бейте, потом милики переключитесь. Так, давайте, зеленый выбрал цели. Играем. В лужах не дохните. Красного потом еще раз замеришь. Так, зеленые сбежались. Зеленые сбежались. Смотрим в ретаргет, еще раз бежимся. Давайте, сбежались. Замедли еще раз красного. Так, зеленого добивайте, красный ретаргет, красный ретаргет. Сбегайтесь, сбегайтесь. Сбирайтесь, добивайте зеленого. Добивайте. Красная смена. Красная смена, там смотрите на ком-то. У кого БР есть? Кралька Реса и Кильку. Доктор Реса и Кильку. Выходите из-под луж. С левой стороны валяюсь. Так, захиливаем меня. Так, смотрим, сейчас красный вылился, РД, бейте красного, РД красного. Давайте, пошли все красного бить, замедли красного, замедлил. Бьем красного. Так, играем профу, пельмени центр. Смотрим, лужи сейчас будут, чей колбы. Так, давайте, милики, стали все в звездочку, чей-то печеньку, чтобы вас в одну сторону откидывало. Кто там сзади стоит, не надо так делать. Выливается красный, пельмени центр, смотрим. Вот деф красного. Стали в звездочку, в череп стали, бьем зеленого. Сбегаемся к цели, если что, сбежались. Бьем зеленого. Давайте, смотрим, после каста еще раз бежимся. Еще раз бежимся, добивайте. Почему передавайте, в лужах не стоит. Все, добили. У кого там БР есть, пристаните еще. Жму бабл, где-то там не умирай. Так, стрим. Нет. Хорошо. Так,
Затем красный выливается, аккуратно колбы. РДД бьют красного, милики пока ждем. Так, РДД бейте красного. Милики пошли красного тоже бить. Серджина, беги. Бьем красного. Там кукла, если сможешь на переходке красного замедлить, если хватит, и зеленого тоже. Так, ДПС надо будет стопать, скажу, когда стопнуть. Пока бьем. Давайте, милики в печеньку стали, РДД в звездочку. Да бейте нормально. Давайте, и в зеленого все. Давайте, в зеленого все играем. Так. Чё это? Так, сбегайтесь, сбегайтесь. Экстрим, резко меня. Давайте, сбегайтесь, добивайте. Все, добили, молодцы. Да переводите босса. Там кукла, вторая лужа сверху где-то. Все, перевели, давайте. Красные бьют цель, зеленые к столу сбежались. Давайте, рост шаманы. Лужа сверху, аккуратно, рейд. Играем под дебафом. Давайте, рост. Давайте, рост. А далее. Далее. Давайте, сбежались зеленые. Ретаргет зеленого, смотрим, сбегаемся еще раз кого-то. Дайте, зеленый что-то быстро пошел, замедли красного, замедли зеленого, если можешь. Красный смена. Твою мать. Добивайте зеленого, играйте, короче, по профу. Так, давайте, сколько там стаков на тебе по-клонски, не вижу. На трех стаках заберешь, щелочка ворую. Так, первый стак. Бейте так, короче. Там, смотрите, только рейд, там лужа сверху валяется, аккуратно, через нее не идите. Так, второй стак, смотрим. Так, без дивана будем бить, там рейд аккуратно, лужа сверху. Такое видим, бля. Третий почему стак, паладин забирай. Забирай паладин, аккуратно с лужи там выйдите, лужа вверху. Так, все, паладин забирай. Рейген. Все, Рейген забрал, добиваете профа. Аккуратно лужи там не дохнут. Колбы там, колбы. Добивайте. Больше стаки не воруй. Леса эти павших. Улыбок. Это чисто лоб затащил, вот этот чисто лоб. Ваня, я отойду, хорошо? Угу. Ну чё вы там ушли все, только друид резает? Могли бы риснуть каждый по ресу, уже всех риснули. Да, рисните меня, потому что там какая-то лужа растекается. Остальных потом дорезывайте. Так, колбу рольте. Так, покорите рольте. Там возьми в Этернити одну, там две ему кинулось, надо. Еще думаю упадут. Ну,
Передайте в печеньку, точно потом будете остальные заливать массами. Давайте пока вот этот наш центральный бьем. Дрессать упавших, кресты, кто там меня кашет, пошлите со мной наверх, харит внизу стоит. Дайте шкаф там, присмотрим друида хила. Локов и кашет, понятно. Дай шкаф, дай шкаф, back to black, дай шкаф. Тыкните. Еще раз. Кто у нас тут престы 1-2? Так, давай, Слава, звездочку. Волкер, давай. Кружок. Так, кто там? Еще у нас третий какой-то прист. Кто стоит, давай, ромбик. Ну все, давайте, престы. А, подожди, сейчас там пройдет трэш. Все, можете контролить. А мы давайте в печеньку будем заливать лича, как обычно. Потом вот этого будем заливать, который тут стоит, а потом тех, кто прибегут. Давайте по сиромик звездочку бейте, чтобы не умирать. Бейте потом с меньшим хп. Вот сейчас в этот трэш можно только посмотреть, надамажили мои древние или нет? Тысяч. Давайте, присты, пока тут трэш ушел, идите присты на позицию. Все, давайте, присты, контрольте так же само. Начинайте. Так, понятно. Давайте в печеньку в лича все бейте. Ух, Виталий, красава. Успел прожаться. Там ромик бейте точно. Наверное, 200 начислял.
Гайдлайн по сотке снимаю, потому что я зарещаю 200 дол. Почему Странга танкует? Ну, шаман там. Не смотрел. Ну, а сотку-то заслужили, если шо. Ну ладно. Тут сейчас наш любимый босс, кстати. Тут кинетики надо будет. А, да, кстати, да. Да хуй с той катушкой. Слышишь, Вань, катушку войду, если, ну, падает кинетика, да? Ну, не знаю, уже себе возьму. Но если упадет кинетика, то и БП войду тоже, он же ШП. Ой, блядь, катушка. Так, жму бабл, ты тут с нами? Короче, давайте все тут бафаемся, там кушайте рыбку, ДК на двоих, паладин на одном, талдрамы на БДК напуливайте. Если, короче, падает кинетика, то я катушку себе забираю. Если прям много кинетика падает, то это ГП всем РТДшникам. Так что смотрите сами. А если билд, то нет ГП, там можно липкануть. Подожди, я в мишку, я ебал. Я в кое-то, да, можно? Не-не-не. Так, что там по бафам? Дайте каску паладинам, кулак поварам дайте. Сейчас снимем гайд, как кинетики. Так, давайте чек на пул. Шадо Волкер, Лаух. Так, Жмубабл, заходи. Так, Жмубабл тут, давайте. Дайте пошли. Кулак Роги, пожалуйста. Дайте кулак Роги. Пошлите танки на позицию. Кто там? Кулак по рогам дайте. Все, есть. Ну, короче, понял, да, если кинетика падает, тушка мне, если много кинетик, то это ГПР дашником. Толдрама на БДК на пульте. То есть шанса забрать катушку вообще нет. Угу. Смотрим, сейчас будет вихрь, надо будет разбежаться. Бежим. Кралька, потом рестишь его. Если мало хп, ждите, пока вас захилят. Блин. Кралька, реса и... Клёну самогона. О, кинетика падает. О, обрадовался так. Так, хотите там точно бить? Так, шейн у меня. Играйте там точно, пустые цели там не бейте зря. Вихрил за двоих. Наш босс это кинетика. Так, давайте, Толдрам, хилер, дэн, рейнджу, смотрим, голема разряжаем. Скастует голема на ком-то. Кралька, беги. Кто на спорте вообще? В смысле на спорте? Тоже, значит, шкетов. Смотрим, кастует. Балнар. Какой Леха? В спорте или дай? Там когда Леша передал чар Леша, это все сильно сложно, мне кажется. Еще раз постоит. Так. Добивайте, то надо будет разбежаться, короче. Скажу когда. Набирайте сразу ранжу между собой, там РД. Кинетик.
Так, смотрим, сейчас будет вихрь. Бежим. Все, добивайте. Так, кольцо рольте, хиловская ДЦшники, там на успех рольте. Рольте, на мейн надо кому-то? На успех. Не на мейн, Ваня, на... А, хорошо. Так ДЦшки же носят, по-моему, руки, да? Поли-поли, хороший, не ДЦ-шка. Надо тапки бесплатно отдам. Хохотить надо? А чё он надо? Там присты двух, законтрольте, остальных будем сейчас сливать. Двух ближайших, законтрольте и всё. Я правого. Давайте, присты к консольте, только их не бейте. Дайте баф, пожалуйста. Давайте, а мы в советника будем в печеньку играть. Только не срывайте, агро не умирайте. Мага так и не притянули сверху. Сейчас он выпьет полбу, 2-2-8. Во-во-во, полегче. Все, сливайте этих массами уже. Сливайте через мага, играйте через того большого, бейте. Как хорошо, когда ровные присты в рейде, блять, бафает прям. Ну да. Сука. Ну, почти. Почти. Верхним оттащите танки. Такого боя нет, вы можете экстрима риснуть. Я вспомнил эту сцену, где Цири с карантином билась. Почти, говорит, почти. С кем билась? С карантином. Кто это? Ведьмак третий. С посохом пацан такой, который холод постоянно вызывал. Ты ее отпустил с ним драться? Ну она там по сюжету с ним дерется. Тресните экстрима. Кто там? Сова, ресни. Доктор, алло. Ты не Дима, ресы. Не, меня Этернити ресает, нормально. Я за контролю левого. Карантин это способ. А с молотком и щитом именно. Ну секунду поставить в его. Че, реки два? Нет, там синька. И зверь. Уже хорошее дело. Это второй раз по рукам. Сука, не берется. А что там упало хотя бы? Катушка. Да иди наверх уже, беги там. Блять, я квест забыл сейчас. Оставьте там шкаф, самонете его. Как этот квест называется? Каждая капля крови вроде.
Что там, Дима, мы, короче, бить будем, давай, подходи. Ты уже тут? Не-не, второй, который. Дайте давайте там. Покемону, лампу, поставьте разрушитель, пожалуйста. Давайте, фулл бафы там, кулак к варам. А, подождите, суммоните экстрима. Будь делать, ставь рыбу. Спасибо. Все, тут можете фулл бафы дать, там, что там, каску друидам, паладинам, рестобаф есть, лампа есть, кулак друидам тоже, кушать рыбу. Давайте чек на пул. Так, Кленов тут. Давайте, все готовы. Танки идите на позицию. Танки начинайте. Это было неразумное решение. Какая жалость. Ладно, я пойду отойду. Да подожди, ты хил. Куда? Какой я хил? Я... Вэнфи. А, ты Вэнфи? Ну иди. Это уже это пиздец. Ну, бараки поклонски не может агрона брать, тут не может агрона брать. У меня по рекаунту прокнула атака не из толстого ветра. Класс. Не надо было меня ресить, я не буду дамажить. Без бафов, без ман. Дымаш, блять, давай. Дайте там кулак, там что ли, каску. Я тебе что, просто так и не разолил? Набеги. Или плащ там прыгни, что там скидывают рога. Давайте на третью сову кусайте, мужики. Я сзади. Так, давайте отходим от луж по следующей цели антифир. Там кто может пристейк, кралька, дайте антифир хилу. В центр не идем, милики стоим тут на пьедестале. Химны на хп по команде Войт и Волка. Отходите от луж. Давайте в рейнджу набрали между собой. Жму бабу, хильте. Так, давайте набрали рейнджу. Давайте гибны. Самогон ресай. После них. Там по нему уже дал кто-то рес. Там по нему кто-то дал рес. Не резайте без команды. Рис, вставай, вставай. Давайте, рост. Ты его захотели рискнуть, но не рискнули до конца. Прессай самогон-то. Совы в моде при любой погоде. Как вам такое? Я пока не могу прочитать это заклинание. Страдайте же! Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Роль типа ПВПшера.
одна бесплатно идет, если что там. Корыстные какие. Так, надо порол, если чего, сейчас. Кто там? Предлагаю, кого больше почеток, тому отдать. Я Рубику сюда, вот там сами разбирайтесь. Да, если кому-то надо, больше слишком много, я просто еще одеваю. Так, самогон получал, Shadow Mort, да? Я прицепился, скоро буду убегать. Давайте там я покажусь на трэше, потому что у нас сегодня там в обычке Валька забагалась. Валька в обычке забагалась. Ну, танки там есть, хилы там есть, вперед, без песни. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Так, РДД звездочку, милики печеньку. А не, наоборот. Печеньку РДД, а звездочки милики. Давайте, РДД печеньку. Добивайте себе звездочку, потом печеньку дарете. Так же самое, милики звездочку, РД печеньку. Так, сейчас на протанется в рейд. С РД бейте себе печеньку. Добейте себе печеньку точно. Волкер, дай гимн на ману, может тогда им поставить шаманы. Тебе звездочку добивайте, чтобы мобов не вызывало. О да, проще же. ДПС понабивать, там АОЕ поразгонять, вместо того, чтобы нормально сделать. Танк, идите, тех танчите. РД сливайте массами, милики не подходите. Хильте танков поклонского, хильте. Там милики не подходим.
закончить! Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Сирии! Жалкие невежи. Я отвлеку ее на себя. Так, бейте Валькиру, там бурсты можете в нее отдавать, вот она Вальке не понадобится. Убивайте капитанов наверх, идите, а то можете запустить босса. Кому же под силу очистить это пристанище нечестивости? Благодарю вас. Я пока не могу прочитать это заклинание. Какой феерический финал! Так, кто с хилов может спекаться? Самогон спекайся, Слава спекайся. Что там, Этерин, тихо, Павел, у тебя есть? Давай, ДЦ спекайся. Так, да, короче, ДЦ и Войд на рейде будет хилить, остальные все в порталы будете заходить. Так, не экстрим, будь в ком-то там, в коте будь. Тут котом делать нечего, давай похилю лучше. Да нет, тут если мало ДПСа будет, заливаться не будет, слышишь? Так вот от совы-то тут толку больше, как раз таки в этом плане. Так у нас-то там вроде две совы, там же клёна еще где-то есть. Давайте, подходите все там, спекайтесь, кушайте рыбу там, поставили, прессайте манну. Так, сейчас там ДК зайдет, давайте пока чек на пул. Дайте каску по паладинам. Каску дайте по паладинам, лапу дайте. Так, ну давайте все тут танки пулите. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Не АФК, что-то я смотрю, у нас трэш долго заливается. Давайте, ой, я по толстого огненный вышел, играйте огненного. Давайте огненного сейчас кастовать будет. Там толстого можно каст бить, если шо. Экстрим ресы, лава. Давайте, вышел толстый, сейчас подавление где-то будет, смотрим слева, снизу и справа, снизу, играйте в подавление. Бейте, я уеду толстых этих мелких. Надо
Толстый вышел, смотрим подавление. Давайте, слева, справа, сверху. Играйте в подавление с правой стороны. Там огненный тоже вышел, играйте в огненного. А где печеньки-то? Ну, в порталах где-то. Так, кто у нас тут друиды? Короче, там кралька, выйдешь, доктора веснешь. Так, толстый вышел, смотрим подавление. После следующих можете рот сдать. Играйте в подавление с правой стороны. Блядь, иди еще один портал. Короче, не буду заходить, не вижу еще портал. Играйте толстым, потом АОЕ под него дадите. Там выйдите, рост добейте. Слав, давай, Дим, кидайте руки в паладины. Волкер, давай тоже им. Все, дохиливайте. Я излечилась, Изера. Даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями. Это заклинание еще не готово. Рольте на мой инспект. Да, будет хили, ДЦ спекайся обратно. Ну, паладин я тебе не отдал бы, потому что он не идет на паладинов. Надо кому-то? Ну там, на танка. Так, в смысле, скроф аж лучше. Ну, не знаю, я с таким бегу нормально. Надо так без крови. Ты гонишь, палыш, ты не будешь. Малыш. Ты не будешь без скрытой дамажить. Блять, дамажу и... Ну сколько у тебя вот, сколько ты на сурке дамажишь? Я что, думаешь, помню, когда я последний раз паладином выходил в ЦЛК 25 гер. Поднял еще волка. Ванька на паучков отошла. Хорошо. Что там, Виталик, ты тут где-то? Тебя не вижу. Фрилд, короче, пойду по шагашу. Вызывайте бомжей все ДК.
Антиферкинул это. Так, давайте добиваем дракона, подходимся, сейчас будем хилиться, поднимайтесь наверх. Так, поднимаемся наверх, хилимся, кушайте там свою еду какую-то. Так, смотрим по пати, пятая пати, это хилы, остальные можете обратно в доспекаться. Давайте, подходим, там Слава, Коля, там вестите Славу. Танки, одевайте фрешмот. Чё там, Слава, подходи. Так, у него драники сгорели. Ну, не знаю, драники или, но у меня тут цельники сгорели. Так, давайте, все тут вроде фулл бафы, давайте. Кушайте рыбу там, если есть. Так, давайте смотрим на бафы, что там не хватает. Дайте лапку, дайте кулак по паладинам. Давайте чек на пул. Клёна, Лаук, доктор врач. Что там, Дима, врач, ты готов? Давайте, все готовы, ДК спускай. Так, смотрим там по собачонке, в рейде не стакаем. Но вас кинулось, вы там хлопнули, один стак вышли и вернулись обратно. Мерики там скажу по хилам, что будет, если она будет стопать. Нила, если тупо петов на агрессию поставить, не надо макрос нажимать? Дохнет там на притяжке, на переходке, в склепах, это ГП. Смотрим, притяжка сейчас будет 5 секунд, готовьтесь. Жим. Беги! Жму бабл, ты с нами? Так, бьем тот эти, сейчас летка будет. Так, давайте, рейд наверх, метки вниз. Так, на мне метка, сами там смотрите, сами бейте. Я точно без дот. Некстрим, разобьешь, леснешь бабло. Это Сейлор Мун, блядь. Пиздец.
Этого рогу потом рискнешь, мне надо резать этого. Рогу? Да, рогу резать, бейте скрепы. Резку захиливайте. Заебал. Так, давайте два хила нормально, мирики бьем. Смотрим, тяжко сейчас будет, готовьтесь. Беги, малышка, беги! Хила сапожонка, мелики 400 к максимум. Задут эти сейчас летка будет. Бежим наверх. Там Freedom БДК дайте. Давайте мирки вниз, поклонские, Терренти. Протопал поймаешь. Давайте бьем склепы. С правой стороны падает аккуратно. По центру. Так, бейте центральные склепы. Центральные с правой стороны бейте. Так, центральные стоп. Бейте самые правые. Да, блять, твою мать. ДДшники. Разбивайте. Слава, давай им на как. Не, не надо. Так, давайте. Скрепы бьем с левой стороны. Король Кареса и Экстрима. Самогон Реса и Ро. Бежим. Рост на этом бусте не давайте. Хильди попала, там ДК забираю, фаза пошла. Все нитки будем под босса носить. Давайте смотрим. Так, ушли милики. Сразу разбивайте. Разбивайте сразу. Под босса притяжка будет. Shadow War под босса, ушли милик, и этот не бьем притяжку. Хильте Поклонского. Давайте, спрятались. Не бейте, склеп, не бейте. Милики, стоим, ключи под босса. Разбивайте барвали под босса, милики стоим. Ушли милики, ушли, ушли. Сразу разбивайте. Давайте следующий в сторону вынесем, это там нормально, три хила есть, трубик в сторону. Мелики, пошли скреп ковырять, РД бейте. Следующий под босса будет, просто под босса. Так, Волкер под босса. Ушли, ушли мелики, аккуратно, он бежит через рейд. Сразу разбиваем. Следующий под босса будет притяжка. Кралька под босса, ушли мирики. Скреп не бьем. Стоим, ждем, не бейте скреп, там хил. Беги, малышка, беги. Да не бейте скреп, алло. В следующий в сторону добиваем. Алина в сторону. Добиваем босса. Там Слава даже, Волкер даже им на хп, если шо. Найс. Значит, тоже в сторону там вынести. Аюна в сторону. Вот
Настокал, блядь. Даня в сторону. Все, молодцы. Бейте там скреп, колечко рольте. Скреп разбейте. Вон, ты на хил ролишь?